А чё, Назара или Влада брать, я не знаю. Короче, камень решай, я тебе скину. А я не знаю, кого брать. Камень решай сам. Чё ты мне скинул? Никулин, решай Девушка сам. называется. Не, решай сам, Никулин. Берите самого топового, пацаны. Я так чувствую. Я так чувствую, что это не я. И у нас как бы выбор из трех человек. Тех, кто в Из онлайне. которых целую пачку собрать можно. Я буду стримить, берите меня. А я тоже стримлю. Конкуренция не нужна. Майк, накидай предлог. Назар, поедешь? Давай. Я с радаром. А Назар на чем? Даня, ты на чем? На ховере. На танке или на гарфе? Да, на танке. Так. Бери меня. Так. Не вздумай этого делать, но... Ты меня кикнул, я помню. Когда? Не было такого. Когда мы с Астериксом решали вопрос. Это Камус кикнул, я ему лидерку придал, но он сказал, типа, кикли. Я ему передал, в итоге. Хорошо. Ты знаешь, не помню такого. Тогда камушка кикать надо. Нет, такого не было. О, видишь, он отмазывается, дальше было. Ну блин, я бы Даню взял бы на танке поиграть. Вместо... Две гарпии ну, плохо как будет. Кикать камушку, когда. Давайте берите кого-нибудь, я уже пойду, если не рады. Знаешь, у меня сейчас такой сложный выбор в голове. Да. Так, если ЗО здесь, я возьму его, все. Майк, смотри, еще легче. Майк, еще легче выбор. Нажми там на кнопочку клановый бой и вообще. Я чё, департ. Нажал. Все с водителями нормальными. Молодец. Хороший мальчик. Фразблат не заходит. Да там у него фармящий бот на аккаунте. Бля, может нет такого же бота? Я бы хотел такого. Камень. А парни, а какие русские атмосы? Азар, ты сам как бот. Слышите, а какие русские атмосы на новую редкость, кроме гоблина? Посмотри на видосах. А, в принципе, там по цене продажи все видно, я понял. Ты был в военкомате? Еще нет. А в прошлом году где я там был? Нет. У вас когда военкомат? Не знаю, но скоро, в феврале. Подожди, ты когда был в 9-м классе? Ты сейчас в 10-м, да? Подожди, ты когда был в 9-м классе? Ты не был в военкомате? Там ни разу вообще с этого года? Бля, я что, детка была шарана, блядь, она не возьмут, бля. Слышь, а меня и так в этот не возьмут, мне военный билет нужен. У нас игра началась, ребят. У меня не понял, потому что хроническая форма... Давайте, короче, хейтеры... Да, да, хроническая форма кого, бля, мне интересно. Памулина. Ой, чё вы как бабки на лавочке, которые болячки обсуждают? Джонни, это... Низкая форма, прикинь, там не лика. О, это не лечится. Тихо его спасти, ты очень боюсь. Надо. Я исправлюсь, обещаю, может быть. Майк, а я был, а чё ты говорил, то, что у нас две гарпи, вот кого надо тикать нового. Ну, зачем меня? Смотри, как я раскрашиваю. Никулин тоже на гарпи, господи. А ты что-то на меня гнал, вот кого кикать.
Очки дайте. Вот за мной, залезь в арку едет. Тупо в соло заехал, дурачок. Пишет, им очки нужны. А, не очки, походу, беру. А эти мальчики? Чего вот этому надо, мили? О, три прага, не почувствовал вообще. Вот так надо играть. Нет, надо спрыгивать, блядь, на горячую кабинку и шо-то с газгеном, блядь. Нахуй заебало, блядь. Я, блядь, сейчас со всех друзей нахуй выйду. Сука. Да, мне испугаться надо, блядь. Нажар.